Главное – уметь мечтать, и тогда все получится. Так же, как барон Карл Мюнггаузен, герой советской киноленты, которого сыграл Олег Янковский, самарский умелец Михаил Федоров бесстрашно воплощает в жизнь самые смелые фантазии. И теперь у него, как и у знаменитого мечтателя, тоже есть свой дирижабль. Волшебник Янковский, значит, и у него там воздушный шар красивый такой посреди комнаты в его там этом самом волшебном домике. Ну и я попробовал сделать что-то, вот мне приснилось вот такое, вот я вот такое сделал. Михаил рассказывает, чтобы воплотить идеи в жизнь, требуется немалое терпение. Древесина для создания некоторых работ годами ждет своего часа в его мастерской. Здесь вот, допустим, все детали сделаны из дуба. Дуб этот вылеживался, ну, где-то 12 лет. То есть снималось напряжение волокон там и прочее для того, чтобы это изделие сделать, чтобы оно не коробилось там и так далее. То есть у меня десятилетиями там какие-то заготовочки вылеживаются. А потом я из них там что-то делаю. Ну, вот какие-то фрагменты из красного дерева используются, допустим, такие мачты здесь из красного дерева. Вот эта шлюпка, это чтобы текать отсюда можно было. О, спасательно. Но бежать из своей мастерской Михаил не торопится. Напротив, каждую свободную минуту проводит тут. А началась любовь к созданию деревянных изделий еще в детстве, когда 6-летний Миша сделал свой первый кораблик, чтобы запустить его в плавание по лужам. Штаны все промочил, понятно, мать меня полотенцем отхлестала. Ну и с тех пор с чувством протеста против этого полотенца мокрого, значит, я делаю всякие красивые деревянные штуки. Потом Михаил замахнулся на изготовление настоящих плавсредств, а после армии создал большую яхту, на которой с друзьями отправился в плавание. Тогда интернета не было, начало 90-х годов. Провел год, наверное, в библиотеке Ленина. В бумажных носителях изучал все, как древние мастера у нас делали там и прочее. Вообще это все сначала присниться должно. То есть это рождается какая-то идея, с ней надо переспать, потом на компьютере ее там придумать, нарисовать и прочее. Вот. Ну и потом там что-то получается. Много чего получается по ходу. То есть когда делаю, надо не так, а так. За годы работы с деревом мастер досконально изучил его свойства и особенности. Говорит, здесь как в общении с людьми, каждому нужен свой подход. У любого древесины есть свои капризы, свои особенности там, и так далее. Дуб, он сложный в обработке, но он очень прочный, он шкурится очень хорошо. Он очень благодарное дерево, то есть в него много труда вложишь, потом он всю жизнь глаз радует. У сосны там другие свои капризы, она легкая в обработке, но чтобы она эстетически приятная для глаз была, это надо хорошими лаками, тонированными красками ее покрывать. Каждая деревяшка, она имеет свой характер. Даже не только от породы дерева, допустим, а от конкретно структуры волокна, от сечения, там, от того, там, как годовые кольца находятся. К примеру, эти розы можно было бы вырезать из любой древесины. Но Михаил уверен, эффектнее всего они будут смотреться, если создать их из ели. Я ее из елки делаю. Хотя, может быть, какая-нибудь там липа сюда подойдет или береза, но у меня так сформировалось, что благодаря вот этой текстуре видно, что это из дерева. Если сделать из липы или березы, это малотекстурная древесина, соответственно, вот этого видно не будет, и будет не совсем понятно, что это из дерева. Жена Михаила увлечение мужа полностью поддерживает и на финальном этапе даже помогает. Подклеивает детали, покрывает работы лаком и краской. Виктория Шарая, Максим Гусев, «События». То есть конкретные...